Уважаемые коллеги, тема представленного занятия – «Веточка для птички». На протяжении организуемой образовательной деятельности с детьми первой и младшей группы решаются задачи приоритетной области «Художественное творчество» в интеграции с областью познания. Мяу! Мяу! Ребятки, кто это? Котик. Котик? А как вы узнали, что это котик? Как вы узнали? Пойдемте посмотрим, где же он с нас отпрятался. Здесь котик, Ариша? Здесь котик? А? Да. Нету? А может, он у нас где-нибудь в шкафу спрятался? А ну-ка, пойдемте поищем. Посмотрите-ка в шкафу внимательно. Нет котика? Посмотрите внимательно, внимательно поищите. Нет, и там нет, и смотрим. Ребятки, иди, Машенька, погладь с нами котика. Какая у него шерсть, ребятки? Пушистая. Пушистая, мой хороший. А еще какая? Мягкая. Мягкая, какие вы у меня умнички. Ребятки, а посмотрите, а на мордочке что у котика есть? Носик. Носик есть, а какого цвета носик? Глазки. Красненькие, умнички. А еще что есть на мордочке? Глазки. А глазки? Синие. Удивительные красы. Куплю хорошо. Купишь обязательно. Ребятки, а как вы думаете, а что котик у нас любит кушать? Молочко. Сосиски любит, молочко любит. А еще что? Колбаску. Колбаску любит. А еще что? Рыбку любит кушать. Рыбку любит кушать. А еще что любит кушать? Хлеб. Хлебушек любит, тоже кушает хлебушек. А еще что? Кашу. Кашу любит. Ой, сколько вы много знаете. Наверное, у вас тоже дома котики есть, да, ребятки? Да, у меня нашим... тоже есть котик. Ой, как здорово. Как... А нет. Тебя нету? Ну, заведет мама тебе котика. Ребятки, мальчику нашему котика угостим. Покормим его. Он нам голодный. Давайте для него песенку споем. В обводной части педагог организовал поисково-двигательную деятельность, в процессе которой у детей формировались пространственные представления «около», «в», «за». То есть решалась задача образовательной области познания. Организуя познавательно-исследовательскую и коммуникативную деятельность, рассматривание, обследование кошки и беседа о ней, педагог предоставил возможность каждому ребенку активно рассматривать кошку, обсуждать ее внешний вид. Дети подбирали определение к шерстке, цвету глаз, носу кошки и обобщили представление о том, чем она питается. Таким образом, дети осваивали образовательные области познания и коммуникации. Обращаем ваше внимание на то, что воспитатель, мотивируя детей на освоение темы занятия, использовал ситуативный разговор о кошке. Поскольку тема занятия – веточка для птички, целесообразно было акцентировать внимание на рассматривании самой веточки, не обсуждая подробно внешние особенности и пищевые предпочтения кошки. В связи с этим вводная часть занятия была немного затянута. В части занятия педагог организовал музыкально-художественную деятельность «Пение про кошку».
Воспитатель приобщал детей к пению, формировал умение координировать речь с движением, развивал слуховое восприятие. Таким образом, решались задачи в интеграции с образовательными областями коммуникация и музыка. Мур, мур, как замурлый компотик. Мур, как замурлый компотик. Мур, отдавайте погромче. Мур. Ой, мур. Понравилась котику наша песенка. Ребятки, мы котику песенку спели, покормили нашего котика. А теперь давайте с ним поиграем. Птички будут летать, крылышками махать и произносить слова чик-чирик, чик-чирик. А котик наш будет спать. А как только заиграет громкая музыка, котик наш проснется и будет птичек догонять. А мы будем все с вами улетать на стульчике. Договорились? Сейчас я котика покажу в лукошко, пусть поспит немножко. А мы всякие крылышки все расправим и полетим. Используя музыкально-подвижную игру, воспитатель активизировал двигательную деятельность детей. Это способствовало обогащению двигательного опыта детей, сохранению и укреплению их физического и психического здоровья, то есть реализовывались образовательные области физическая культура и здоровье. Обратите внимание, в ходе игры птички и кошка музыкальное сопровождение не соответствовало правилам игры, предложенным воспитателем. Ой, это так красиво поет. Птичка. Птичка. А ну-ка, посмотрите. Где же она? Где, ребятки? Вот она, наша птичка. Ребятки, а на чем сидит птичка? На веточке. Как вы думаете, а почему она на веточку села? А почему она села на веточку? Снег на веточке. Ребятки, а птичка почему на веточку села? Может быть, она кого-нибудь испугалась? А как вы думаете? Котик испугался, вы думаете? Конечно, ребятки, котики же любят охотиться за птичками. Поэтому эта птичка-то и спряталась от нашего котика. Любит перелетать с веточки на веточку, с веточки на веточку. А у нас всего одна веточка. Что, как же быть? Порадовать ее. У нас есть краска. Краска у нас есть. Действительно, ребята, так мы же можем нарисовать еще веточки. Давайте нарисуем еще веточки для птички. Нарисуем? Ну, пойдемте, ребятки. Проходите, садитесь за столы все. Выбирайте себе удобное место. А почему она беленькая сейчас? Скажите мне. Потому что на ней снег, да? Ребятки, правильно. Веточка вся в снегу, потому что сейчас же у нас зима, да? И у нас все веточки белые, да? И мы с вами тоже нарисуем веточку. Беленькую. Какой краской мы будем с вами рисовать? Белый. Карандашами мы с вами рисовали, фломастерами рисовали, и кисточками рисовали, а теперь еще и пальчиками нарисуем. В основной части занятия педагог поддерживал внимание детей к занятию через поиск птички, активизируя слуховое восприятие. Далее, в коммуникативной деятельности с детьми, педагог организовал рассматривание веточки, в процессе которого формировались представления детей о внешнем виде зимней веточки. Обращаем ваше внимание на то, что в ситуации рассматривания веточки педагог не соблюдал принцип партнерской позиции, показывал веточку стоя, не на уровне зрительного восприятия детей. Их размять, ребятки. Давайте мы в ладошки поиграем с вами. Поиграем в ладошки? А ну-ка, ты готова?
Воспитатель, используя музыкальное логарифмическое упражнение, организовал коммуникативную деятельность. В данной ситуации решались задачи образовательных областей коммуникация и здоровье, а именно формирование речедвигательных функций, развитие произносительной стороны речи, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие мелкой моторики пальцев рук. Обратите внимание, данное упражнение педагог проводил за столами, что нецелесообразно с детьми данного возраста. Необходимо было провести это упражнение в игровой зоне, на ковре, после рассматривания веточки. А сейчас, ребятки, я вам покажу, как я буду рисовать веточку. Ариша, смотри, сейчас мой пальчик возьмет красочку немножко. Одной ручкой я буду придерживать листочек, а другой буду рисовать. Смотрите, вот поставлю пальчик. Рядышком еще примакну, ниже, еще ниже. Красочка у меня закончилась, я еще возьму, ребятки, красочку. И еще примакну, все ниже веточку. Вот посмотрите, какая у меня длинная веточка получилась. А еще от длинной веточки, ребятки, у нас и короткие веточки. Вот, вверх пальчик перейдет, рядышком вот. Примакивает. Вот какая у нас замечательная веточка получится. И еще одна маленькая веточка. Вот теперь у меня чистенький. А сейчас, ребятки, вы возьмите тоже все себе листики, красочку. Приготовьте свои пальчики. Прячьте все пальчики в кулачок. Птички хотят на наших веточках посидеть, да, ребятки? Сколько их прилетело, много песенки поют. Ну, веточки, можете пальчик свой вытереть. Согласно салфеточку, тереть пальчик. Какие красивые веточки. Ай, да молодцы мои помощнички. Хорошие пальчики у вас, волшебные какие. Такие замечательные веточки нарисовали. В продуктивной деятельности педагог формировал у детей изобразительные навыки, используя нетрадиционную технику рисования – рисование пальчиком. Таким образом, была реализована приоритетная образовательная область – художественное творчество. Хотелось бы подчеркнуть, в данном эпизоде наглядно продемонстрировано несоблюдение современных требований к занятию. Воспитатель сначала сделала показ, а потом предложила детям начать рисование. Учитывая возраст детей, педагогу необходимо было организовать совместную деятельность, то есть рисовать одновременно с детьми. Также вы могли заметить, что педагог не учла индивидуальные особенности девочки, которая начала рисовать левой рукой. Ребятки, птичка так смотрела на ваши веточки. Мне ей очень понравилось, и ей захотелось посидеть на ваших веточках. Ой, какая замечательная веточка. Она с бумажной веточки перелетела на Аришину. И Ромочке интересная, красивая веточка, прям как настоящая. Данилочка, спасибо за веточку. Какие, ребятки, веточки красивые. Сколько у нас веточек, ребятки, получилось? Две. Сколько? Две. Три. Три. То есть, ребятки, много веточек, да? Да. Много теперь птички есть, не полетать, да? А наша кошечка, ребятки, лежит
и наблюдает за нами, за птичкой. Ей у нас так понравилось. Да, я маме покажу. Обязательно покажем. Ребятки, кошечка решила у нас остаться и будет лежать в своем лукошке и наблюдать за нашей птичкой, как она будет перелетать с веточки на веточку, с веточки на веточку. А сейчас, ребятки, давайте мы не будем нашей птичке мешать. Пусть она нас еще стесняется, наверное, да? Пусть она перелетает с веточки на веточку, а мы пойдем с вами попрощаемся с нашими гостями. В заключительной части, организуя игровую ситуацию с птичкой, педагог не предоставил возможности детям самостоятельно обыграть полученный продукт. Целесообразно было предложить каждому ребенку свою птичку, с которой он мог бы обыграть свой рисунок. Таким образом, непрерывная непосредственно образовательная деятельность соответствовала принципу развивающего образования. Воспитатель на протяжении образовательной деятельности создавал ситуацию в зоне ближайшего развития. Это было в ситуации поиска кошечки, ее рассматривания, рисования веточки. Все задачи, поставленные в соответствии с возрастными особенностями, были решены. Формат нот соответствовал занимательному делу. Дети увлеченно занимались разной деятельностью. Поисково-двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной и игровой. Деятельность детей построена в сюжетно-игровой форме. В ходе занятия дети осваивали прием рисования пальчиком, уточняли представление о кошке, зимней веточке. У детей в течение всего занятия формировались следующие характеристики: эмоциональная отзывчивость, любознательность, умение слушать и выполнять по образцу, умение следовать инструкции, физически развитый.